Есть за горами, за лесами радужная страна. Там за цвета не оскорбляют, там жизнь любви полна. Там хаги-ваги, киси-миси, там ракобесов нет. И там всегда и всем доступен быстрый интернет. В радужной стране жили-были хаги-ваги и киси-миси. Хаги-ваги был голубой, а киси-миси была розовой. У Хаги-Ваги был попыт. А у киси-миси был симпл-димпл. Однажды Хаги-Ваги и киси-миси встретились и решили выяснить, что лучше, симпл-димпл или попыт. В радужной стране принято уважать чужое мнение, поэтому Хаги-Ваги и киси-миси долго высказывали самые разные аргументы про достоинства и недостатки симпл-димпл и попыта. И в конце концов пришли к мнению, что симпл-димпл маленький и красивый, а попыт большой и стильный. Поэтому симпл-димпл удобно носить с собой и пупыркать, а попыт удобно разложить на столе и тоже пупыркать. Пока Хаги-Ваги и Киси-Миси обсуждали симпл-димпл и попыт, они понравились друг другу и решили пожениться. Радужная страна, радужная страна, кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? И родился у них кальмар, который, когда злился, был голубой, а когда улыбался, то был розовый. Пишите в комментариях, что вы видите в этой сказке: нетрадиционные отношения или традиционные ценности. Радужная страна, радужная страна, кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она?